В субботу в трех медицинских учреждениях столицы республики состоится день открытых дверей. Жители и гости Чебоксар смогут узнать состояние своего здоровья и получить ответы на интересующие их вопросы. Три медицинские организации распахнут свои двери для всех желающих. День открытых дверей в онкологическом диспансере будет посвящен гинекологическим проблемам. Жительницы Чебоксар смогут получить бесплатную консультацию врача и пройти медицинское обследование. В городской детской больнице номер один посетителей ждут консультации аллергологов, иммунологов и педиатров. Там же можно будет узнать о вакцинопрофилактике. Диагностику психоэмоционального состояния можно получить в психотерапевтическом центре Республиканской психиатрической больницы. Дни открытых дверей проводятся регулярно каждую субботу в различных медицинских учреждениях Чебоксар. Как отмечают в Минздраве, такие мероприятия повышают качество и доступность медицинской помощи.